Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутемпалта, я возвращаюсь в игру в Jurassic World, и у нас тут турнир, крадущийся по равнинам, Энтеледон. Мы можем выбить сейчас своего первого динозавра, который у нас будет... Типа, из кайнозавской эры чувака, который у нас будет в нашем том логове, и мы должны этим воспользоваться, только у меня нет денег. Мы просто обязаны этим воспользоваться. И вот у нас уже есть миллион со стрима. Так, не можем, да? Так, идеально, миллиончик уже есть. Отлично. Так. Мой ежедневный набор открываем. Окей. И что у меня есть? Мясо есть, надо тираннозавра покормить. Мы должны выбить этого чувака. Так. Отлично, покормили. Энтеледон. Гарантированно. Мы должны за него побороться. А прикол в том, что мы, походу, будем бороться под водой. Окей. Так. Так. Давайте так. Что ж, поехали. Молитесь за меня. Молитесь за меня, пожалуйста, мы должны выбить этого чувачка, это просто жесть. Это жесть просто. Это просто жесть, если я его получу. Мы должны его получить, вот просто обязаны. Очень повезло то, что я сегодня зашел в игру. Он твою дивизию. Сорян, друзья. Сейчас все будет. Надеюсь, игра ничего нового не посчитала там. Господи, игра, ну только не говори то, что ты у меня 200 косарей просто так сожрала и моих динозавров вместе с ней. Ми. Давай грузись, игра. Блин, какой нахрен обновляется? Я не разрешал делать обновление. Пипец. Ну, давай грузись, пожалуйста, грузись. Нельзя так поступать со мной. Мы должны выбить этого чувачка. Или не должны? Давай, грузи. Нам нужен новый чувак. Он нам просто нужен. Он нам пипец как нужен. Жаль, что за него динозаврами нельзя было побороться обычными. Ну и так неплохо. Ну, игрушка, игрушка.
Отвечу. Музыка играет. Так, да, продолжить схватку. Мы ж продолжаем, мы ж не сдаемся. Русские не сдаются. Так, ну, так, он махнулся, да? Я получаю себе дополнительное очко. И я могу его вынести. Но я не уверен, что он без блока, и я правильно сделал, что не стал его выносить. Так, он втрескал, да, он махнулся и втрескал. Мы его сейчас можем убить. Ну да, мы так и сделаем. Это, кстати, Далихарнихопс. Тот самый динозавр, за которого мы боролись. 40 уровня, представьте себе. Так, у тебя щиток, да? А, щитка нет, это была подстава. Ладно, неплохо пошли, надо будет только вот это вот эвосмозавра вынести. Если он не вынесет меня... О, красавчик, щит один у него остался и все, да? Ну, это не важно. Самое главное, сейчас очки моему чувачку там дать. Или самому сейчас попробовать. Ха! Ну тебе конец. Идеально. Так, ну что ж, 35 ДНК есть, еще раз идем до конца. Так, ты, носатая морда, ты, ух боже. Так, ладно. А чё? Побарю. Бакс потрачу, побарю. Еще как побарю. Дашь, мы денемся. У нас там еще турнир идет у монозавра. Надо его тоже поддерживать. Так, выношу с одного удара, это круто. Блин, черепаха, ты подстава. Ты тоже меня выносишь. Дряхлая гребаная черепаха. Блин, а черепаха-то сильная, слушайте. Сильная черепаха, это фигово. Самое главное, чтоб это меня черепаха сейчас не вздрючила. Ну да, она так и сделает, чё? Черепаха. Так, осталась одна надежда на моего бакулита. Так, и щит, 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 обязательно щит. Я должен затащить. А то по-другому никак. Отлично, клюнул, урод.
этот говнюк клюнул, и мы его сейчас убьем. И опять мой Бакулит одержал победу, который раз он всех спасает. Так, и сейчас будет последний раунд, и у нас будет набор этого динозавра, этого самого динозавра. Тьфу, какого нахрен динозавра? Животного? Энтилодона кайнозовской эры. Какого-то барана с клыками, который похож на... А на кого он похож? Он похож на... Короче, он похож на эту, как ее там, забыл, как называется хрень, потеряна связь с сервером, да не может такого быть. Давай-ка еще, я не верю про потерю связи на сервере, сейчас наладим соединение, друзья, что-то у меня сегодня... С соединением неплохо. Плохо. А, на Чупакабру похож. Во, я вспомнил, как называется. Кстати... Подпишитесь на один канал, ссылку оставлю на него в описании. Чувак снимает игры очень хорошо. Снимает игры. Поэтому подпишитесь на него. Я просто не умею рекламировать. Сорян, чувак. Ну, если вам интересно, можете посмотреть. Так. Против. Блин, не того воскресил. Или того. Вроде того, вроде не того. ХЗ. Наверное, того. Надо будет Левродона моего прокачать. Так, набирай очки. Это будет наш финальный бой. И мы не должны его просрать. Ах ты ж, падла, мерзкий мозазавр, а. Это ж надо быть таким мерзким, а, и гадким мозазавром. Так, блин, мышь, 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 мышь. Отдайся мне мышь, так, все. На-ка, осталась надежда за кранозавром или апривродоном. Так, ну я так и знал, что он так поступит сейчас. Так. Если подумать, ну да, все равно произойдет, поэтому... Леоплевродон, спаси нас. Чё? Чё? Почему я не снес? Я должен был снести. А, он еще всю атаку использовал, ну шикарно. Он сейчас будет сырым. Я же должен был тебя снести, как так? Я лоханул, что ли? Так, и сейчас самое главное, чтобы его Леоплевродон тоже клюнул. Клюй! Давай, ну клюнь, пожалуйста. Да, ты клюешь, ты всегда клюешь. Так, а теперь осталась надежда на атаку 5. Фейк, не получилось, не получилось, друзья, да. Не получилось. Ну ладно, на ошибках учится. Ничего, ничего, мы маленькие. Все будет хорошо. Я же своих водных динозавров не так хорошо прокачу, как сухопутных.
Бой будет тяжелым, но в этот раз мы по-другому распорядку поставим. И этот распорядок наверняка повлияет сильно. Так. Кроназар или Плеврадон, Бакулит, опять я баксы содрал. Так, вот теперь вот так расставим. Деньги есть, слава богу. Опять мне с деньгами повезло. Очень хорошо, что мне с деньгами везет. Так, копеечки, копеечки, родной. А, стоп. Точно. Ты же меня сейчас убьешь, говнарь. Ну ладно. Я забыл про него. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то я вот про это не подумал. Ты меня боишься, да? Да ты меня боишься. Ладно, а вот я опять с этим уродом встретился. Очки давай, и щит один поставь на всякий случай. Очков больше давай. Родной думает, как поставить. Вот поставил. Ладно. Ой, Кранозавр, все надежды на тебя, родной. Давай, тащи. Так, тут ты вообще молодежь. Молодец. Могёшь. Сейчас мой кранозавр должен всех затащить, а иначе никак. Так, да, я на это рассчитываю. Теперь атаку 2. Щит 4. И очко 1. Отлично просто. А теперь пока, мозазавр. Так, вот сейчас вот должен будет этот набор, мы затащили. Я очень рад, что мы затащили, это будет мое первое животное из кайназовской эры. Энтивадон. Открываем. 320 ДНК, 320 ДНК, 100 баксов и... Энтивадон. К сожалению, нам его сейчас еще выводить придется. А, могу гибридного динозавра. А вот насчет этого я не сильно понял. Сколько стоит ваш энтиводон? Да, ну это все понятно. Мы сейчас обязательно ускорим. А, 800. 800 ДНК он стоит, в принципе, его прокачать можно будет. Но мне не терпится на него посмотреть. Энтиводон. Вход не столь далекого прошлого открыт. Создайте первое существо из кайназовской эры, затем... Перейдите в расширение биокупол, западную часть лагуны, покормите его, чтобы начать эволюцию. Да, вот собралась у меня теперь эта штучка.
А, я могу тут 8 животных содержать из Кайнозускайра. Вон там видно эпичную надпись Jurassic World. Что еще тут есть? Да вообще красиво, в принципе. Смотрите, как все красиво выглядит рядом с ним. У нас теперь какой-то клыкастый кабан. Итак, как же ты кушаешь? Смотрите, какой классный. Смотрите, какая анимация. С копытами и с клыками. Это ж чё ж... Да, грызаться тоже умеет. Ну-ка, покормить. Так, там мясо было видно. Да, мясо, вот. Охренеть. Вот ты красавец. Давайте еще покормим. Тебе не жалко. Хотя ты слабый. Но нормально. Надо посмотреть по карточке на 40 уровне ты какой будешь. 251 атак, 536. Ну слушайте, в принципе нормальный. Чем мы занимаем в турнире? А, супер редкий. Лига охотников я. Ладно, давайте схваточку одну сделаем. Мы на этом завершим серию. Чтоб поддерживать свое место. Давай, ищись, противник, ищись. Скорей, ищись. А, кстати, логично, чтобы получить водного динозавра, мы деремся сухопутными. Чтобы получить животного из Кайнозовской эры, мы деремся водоплавающими. Логично получается, кстати. Блин, чё-то чувак не ищется вообще. Чё чувак не ищется? Ладно, дорогие друзья, не будет у нас боя. С вами был Тутенпалт. Всем до скорых встреч. Всем пока.